Всем привет! Мы в Москве, и сегодня мы гуляем по Измайловскому парку. Хотим прогуляться по одному из красивейших парков Москвы, посмотреть, что это за парк, ну и вам показать. Это, конечно, видео больше для гостей Москвы, для таких же, как и мы, для тех, кто приехал или собирается приехать в Москву на несколько дней и в свободное время просто прогуляться. Сегодня так совпало, что в парке Измайлово здесь супергеройский забег, так называемый. Люди, которые участвуют в этом забеге, они должны быть одеты в костюмы своих супергероев, героев из комиксов, и, соответственно, в этих костюмах совершить забег. Вот что мы сейчас и посмотрим. Я попытаюсь вам снять и показать. Вот поэтому всем нам радости. Да здравствует и хранит нас Бабыга. Браво, браво, браво. 3, 2, 1. Побежали, побежали. Thank you.
столько супергероев здесь, такой забег интересный. Побежали супергерои. Баба Яга впереди. По-другому костюм денежной дамы, но ты, возможно, представишь его также лет через... Сколько тебе? Через 5. Ну так вот, держи тебя... Я понял, юбка такая пачка, да, и там много денег наклеено. Я видел. Надеюсь, она победит, и держи тебе мышку. Погодите, у нас, кажется, раскрыли какую-то тайну. Расскажи, что ты заметил, малыш? Что Баба Яга стоит и не движется, а ждет, пока все супергерои придут на финиш и сама добежит до финиша первой. То есть ты раскрыл тайну Бабы Яги? Да! Какой ты хитрый! Хитрый супергерой! Пытается обогнать настоящего лидера! Вот это смаха! Человек в костюме человека, который душит. Достаточно оригинальная находка. Необычно. Но он, как мы знаем, человек без костюма не будет. Актриса, но это самый быстрый. Получает серебряную медаль. Джокер. Джокер финишировал и сразу же. Ого! Да! Номер 213. Браво! Итак, человек в костюме смайлика. Он тыкает на смайлика. Смайлика, это смайлик! Я в костюме смайлика, да! Это маску снять, чтобы его запомнили на века. И обратно надел. Браво! Браво! Дэдпул, браво! И вот она, первая девушка! Ребята, аплодисменты! Костюмы Карлыкин, ребята, отойдите, отойдите, пожалуйста, чтобы она комфортно могла затормозить. Браво! Просто невероятный костюм, поклопаем человека. Дед Мороз, Голдыча, ты сделал костюм. Второе женское призовое место. Костюм супер-женщин, мы о ней уже сегодня, кажется, говорили. И ура, третье женское место, Dragon Ball.
Вот, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу прогулку по Измайловскому парку. Ну, как бы мы еще погуляем немного, но видео на этом заканчивается. Сняли мы небольшой обзор. Очень красивый парк. Природа очень красивая. Все здорово, нам очень понравилось. Если вам понравилось наше видео и прогулка вместе с нами по парку Измайлова, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Ну и не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока-пока. Ребятульки, подписывайтесь на наш канал. И ставьте очень много-много лайков. Очень-очень много лайков.